говорил. Хуторного Ивана Николаевича признать виновным по статьям 293 части 3, пункту 2, 411 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить его по статье 293 части 3, пункту 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан наказание в виде 4 лет ограничения свободы. По статье 411 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы. На основании статьи 58 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан путем частичного возложения наказаний окончательно к отбытию хуторному назначить наказание в виде 5 лет ограничения свободы с установлением в отношении него пробационного контроля на 5 лет с возложением на хуторного обязанностей не менять постоянное место жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, не посещать увеселительное заведение, в свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без разрешения специализированного органа. Контроль за поведением хуторного возложить на уполномоченного то государственного органа службу пробации по месту его жительства.